Добрый-добрый-добрый день, с вами Live Gaming Cruz, и мы продолжаем веселиться в Prey с нашим другом, как его назвать, гаечный ключ. Будем мы дальше здесь веселиться, будем искать новые приключения на свою пятую точку, ну и все остальное тоже, поехали. Есть! Я вам перезвоню. Чё за жесть была? Уроды! Это подстава. Не, ну ты видел? Блять. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай его изучим. Анализ завершен, у нас появились новые способности Тифона. А давай его тогда убьем пока. Раз у нас появились уже способности твои, ты нам уже не нужен. Эх, какой же я стал жесткий. Это что за фигня? Мимика исследуем. Сканирование завершено. Мимикрия. Чего он здесь лазит, я не понимаю? В чем прикол? Опять мимик. Привет, мимик. А нам вообще нужно вот этого изучать, нет? Походу нет. Давай, дружище, я тебя не буду изучать. Опа! Давай я просто тебя убью. Так, у нас супер скорость. Он пытается от нас убежать. Оу, какой быстрый. Турель по нам начинает шмалять. Ты мимик, что ли? Ты заколебал тут сидеть, блин. Да он пугает меня. Он сидел вообще и ничего не делал. Вот ты реально. Смотри, я уже 1000 записок понял. Давай начнем с утилизирующей гранаты. Раз. Давай я тебя так убью проще. Все? Ты один здесь был? С вами все в порядке. Сэр, мы должны убираться. Здесь все проклято. Какие-то тифоны здесь бегают. Сэр, вы меня слышите? Скажите что-нибудь. Спасибо. О. Мимо. А там их несколько. Там их двое. Не, вы, конечно, красавчики, но у меня-то есть граната. Давайте еще разочек. Ну, кто не рестует, тот не пьет шампанского. Тихо. Они убежали от меня. Ошибка. Гарилла Сомпидинас. Давай второму хребету также. Можем ты? Где он? Он идет. А это целый. Не, ну ты видел? Там двое ж. Там двое. Один пасет, смотри, на выходе. А давай ее тоже прибьем. Одни капельки остались. Хорош. Воу!
ты такой, чтобы чить меня ты жизни? Ты на кого наехал, как ты хоть понимаешь? Как больше спиздить? За совет спасибо, а учить постой. Кто ты? И всё. Меня зовут Аарон. Аарон Инграм. Привет, Аарон. Хочешь познакомиться с моим ключом? Он творит чудеса. Были русскими. Я немного говорю по-ихнему. Русский. Но сами понимаете, я не оттуда. Как вы уже поняли. Скажи что-нибудь по-русски. А ты не говоришь по-русски? Он только что говорит по-русски, говорит, что он не говорит по-русски. Понятно. Ладно, давай извлекать тебе. Я знаю, что моей жизни двух плохих сверчков не стоит. Но никто такого не заслуживает. Вам этого не делать. О, черт. В принципе, мимик обычный. Я ничего такого не вижу в нем. Зачем ты мимик его убил? Ну зачем? Что ж ты такой? Прям вообще какой-то! А я могу тебя исследовать? Вот и полежи здесь. Фух, вот это был экшон. Открыть защитную оболочку. Привет! Хочешь сожрать меня, что ли? Ликвидировать фантом? Это кто такой? Что за дети? Он превратился. О, у нас электрический. Ты понимаешь, что небезопасен здесь смотровой зал? Сходил бы, погулял бы пока. Это технопад. Нам нужно вот этого уничтожить. О! А мне нужен повелитель машин. А вот это что за хрень мне летает, он мне бьет. Все, ты мой опять. И он постоянно мне вот этой вот херней по мне бьет. Ты понимаешь, что я такой? Я тебе, мать его, не просто так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Технопатище! Ты представляешь, он не дохнет даже так долго? Вот этот технопат! Иди ко мне, тварь. Ладно, всем спасибо и пока-пока. Это был Prey Live Gaming Cruise. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, будет много еще чего интересного.